Книга «Открытым оком», том 2, тема «Вера», вопрос 603. В первые времена христианства люди обращались к Богу через чудо, а вы говорите, что должны обращаться через Евангелие. И сейчас люди верят чуду больше, чем Евангелию. Почему? С чем это связано? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 1 Коринфянам 1, 22 по 23 стихи. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Иоанна 20, 29. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Римлянам 10, 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Иудеи постоянно требовали от Христа чудес, знамений, и Он их осуждал за это. Лука 11, 29. «Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Недостаток веры и безверия заставляют искать чудо, чтобы поразить свое воображение. Но чудо может сделать и лукавый дух, и увести за собой. Чудо вообще не нужно, но Господь делал снисхождение к немощному состоянию людей, находящихся в младенческом духовном возрасте.